Здравствуйте! Снова у нас на станке ротор электродвигателя, а это видео про то, какие детали иногда приходится нам спасать. Это значение после настройки на ротор. Видимо, с этим ротором давно уже мучаются. Ему заменили шины, восстановили посадки подшипников. Вот. И вварен такой флянец с ластохвостом. Чтобы вы понимали, нормальная балансировка — это когда в этот ластохвост примерно для такой массы ротора вставляется где-то, ну, грамм 150-200, пускай 300. Ну, вот нормальный грузик винтиком поджимается. А вот как выглядит балансировка на этом роторе. Это 2 килограмма. 2 килограмма с одной стороны. И 2 килограмма с другой. Что-то страшное с этим ротором происходило. Вал весь то ли резаком порезан, то ли заварен. Непонятно. Но он согнут. Нормально согнут. Сейчас все это намертво приваривается и отправляется клиенту. Не говорите, что это варварство, но стояла именно задача спасти эту деталь, а не забраковать. Что, собственно, мы и сделали. 2 килограмма превратилось в 6 грамм и 5. Это в 10 раз ниже допуска для такого ротора. Если честно, интересно было бы посмотреть, как он упрыгал бы из цеха, в котором стоял, с дисбалансом-то в 4 килограмма. И не такие детали бывают, еще и с большим дисбалансом. Такая вот интересная работа. Всем спасибо, до новых деталей!